Олег Шейн выступил на астрахане. Олег Шейн выступил на Астрахань. Региональное отделение Справедливой России предложило его кандидатуру в губернаторы вопреки воле партии. Газета Коммерсант номер 112 от 1 июля 2019 года. Строение 5 секретарь Астраханского отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Олег Шин сегодня может подать документы в избирком Астраханской области, рассчитывая принять участие в выборах губернатора региона, хотя его кандидатура не была согласована президиумом Центрального совета партии. В субботу, 29 июня. Региональное отделение «Справедливой России» приняло самостоятельное решение о выдвижении господина Шиина на выборы. Эксперты ранее высоко оценивали шансы господина Шейна на выборах 8 сентября, но теперь сомневаются в том, что он будет зарегистрирован. 29 июня Астраханское региональное отделение ⁇ Справедливая Россия ⁇ СР. Приняла решение о выдвижении секретаря отделения партии, депутата Госдумы Олега Шейна на выборы губернатора Астраханской области. Возможно, уже 1 июля господин Шейн подаст документы в избирательную комиссию. Отметим, ранее президиум Центрального совета СССР не согласовал выдвижение Олега Шейна. На заседании президиума 27 июня присутствовали 14 из 25 членов. В поддержку выдвижения господина Шейна высказались четверо, включая самого господина Шейна. Один человек проголосовал против при девяти воздержавшихся. Лидер партии и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов в заседании участия не принимал. Господин Шейн считает, что вероятность его выдвижения Центральным советом сохраняется при заочном голосовании президиума на следующей неделе документы на согласование кандидатуры господина Шиина в президиум Центрального совета СР региональное отделение направило еще 6 июня. После того, как стало известно, что у господина Шиина могут быть сложности с выдвижением, лидер отделения Парнас в Астраханской области Михаил Далев предложил политику выдвинуться от его партии, отметив, что в глубине души Олегу Васильевичу близки либеральные идеи. Господин Шиин отклонил предложение. Напомним, Олег Шейн входил в Объединенный фронт трудящихся, создан как одна из политических платформ внутри КПСС. Осенью 1993 года он принимал участие в событиях в Москве, связанных с распуском Верховного Совета. На стороне последнего. В 1994 году господин Шейн впервые стал депутатом Астраханского областного собрания депутатов а в 1995-м впервые был избран в Госдуму от блока коммунисты «Трудовая Россия» за Советский Союз. До прихода в СР Олег Шейн возглавлял созданную в 2002 году при участии ряда независимых профсоюзов Российскую партию труда, входил во фракцию Родины в Госдуме и возглавлял ее Страханскую организацию. В 2009 и 2012 годах Олег Шин принимал участие в выборах мэра Астрахани. Оба раза уступил кандидатам «Единой России» Сергею Баженову и Михаилу Сталерову и оба раза заявлял о массовых нарушениях. После выборов в 2012 году господин Шиин и его сторонники объявили голодовку в знак протеста против фальсификации при голосовании, которую держали 40 дней. Голодовка сопровождалась массовыми акциями протеста, но итог выборов в пересмотре не был. В 2011 году господин Шейн проиграл выборы в Госдуму, но в апреле 2016 года вернулся во фракцию ОСР после перехода Николая Левичева в Центризбирком. Сберком. На выборах 2016 года Олег Шейн вновь был избран депутатом Госдумы. Сам Олег Шейн ранее не исключал самовыдвижения и заявлял, что не видит сложности со сбором подписей. Он пояснил твердый знак, что региональное отделение выдвинуло его кандидатуру с расчетом на изменение позиции президиума Центрального совета партии. Если мы сможем преодолеть муниципальный фильтр 7% от общего количества муниципальных депутатов и глав муниципалитетов, то наверняка будет решение президиума о поддержке, если преодолеть его не сможем. То никакой разницы, есть у нас решение президиума или нет, не будет, сказал он. Как президент поменял временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области политолог Андрей Сиренко считает Олега Шейна сильнейшим из претендентов на должность губернатора Астраханской области. По его мнению, если господин Шейн будет зарегистрирован и примет активное участие в кампании, высока вероятность второго тура. При этом политолог отмечает, что Олег Шейн затянул с выдвижением хотя он остается самым популярным политиком в области, неопределенность с выдвижением создавала слухи о каких-то переговорах, которые не лучшим образом сказывались на его имидже, сказал он. Политолог считает, что федеральное руководство партии договорилось с Кремлем и готово всячески содействовать назначенному в начале июня в РИА губернатора Игорю Бабушкину. Но господин Шейн в случае отказа от участия в выборах растерял бы свой политический капитал. Политтехнолог Григорий Казанков оценивает как крайне низкую вероятность регистрации господина Шейна, главным образом в связи с грубым нарушением партийной процедуры выдвижения. Решению регионального отделения должно было предшествовать решение Президиума Центрального Совета СР, а его не было. На Президиуме 27 июня было с голоса предложено включить в повестку вопрос о выдвижении Олега Шейна, и участники заседания это предложение отклонили, говорит он. Господин Казанков полагает, что господин Шейн подставил однопартийцев из регионального отделения и в результате может столкнуться с дополнительными проблемами при сборе подписей муниципальных депутатов. Возможность для самовыдвижения у Олега Шейна сохраняется до 5 июля. На пост губернатора Астраханской области уже претендуют 13 человек. В региональную избирательную комиссию подали документы нынешние. О губернатор области Игорь Бабушкин, который намеревается идти на выборы самовыдвиженцем, депутат Госдумы Николай Арефьев от КПРФ, председатель Астраханского отделения ЛДПР Тимофей Щербаков, Андрей Иванцов от партии социальных реформ, Сергей Сычев от партии пенсионеров, а также самовыдвиженца Зинаида Болтик, Григорий Галямов, Игорь Гурба, Герман Даниленко, Дмитрий Еминцев, Александр Михайлов, Кубайнуехов и Максим Соколов. Пока ни один кандидат облизбиркомом не зарегистрирован. Сергей Питонин, Саратов, Иван Тяжлов.